Партнер программы – студия мебельного дизайна «Glam Design». Новое направление – наливной 3D-пол с использованием передовых материалов. Добрый вечер. Пятница, канал Телемикс, программа «Накипело». Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. К середине осени обостряются самые насущные бытовые проблемы. Жители ждут в домах тепло, бесперебойную подачу воды и света. О последнем мы сегодня и поговорим. Тема эфира – ваша светлость. Уссурийская электросеть – предприятие не проблемное, но, как и к любому ресурсоснабжающему учреждению, у граждан вопросов хватает. Отвечать перед людьми сегодня будет заместитель директора электросети Игорь Мартынюк. Игорь Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Для начала предлагаю посмотреть небольшой материал, который подготовил для нас Евгений Талов, о том, чем занимались электросети за последние 9 месяцев, начиная с января. Внимание на экран. Сегодня предприятие «Уссурийская электросеть» закончило работы по вокзальной дамбе 18. Здесь старая трансформаторная подстанция не справлялась с нагрузкой из-за появления по соседству новостройки. Разрастающиеся микрорайоны оголяют слабые участки в системе энергоснабжения города. И модернизация сетей – это главное направление в работе предприятия. Сотрудники электросетей установили рядом с новым домом новую комплектную ТП – экономичное и эффективное оборудование. Старые маленькие будочки, которые были сделаны при царе Горохе, меняем, вставляем современные, чтобы охватить, потому что энергоемкие они. Сейчас квартиры все энергоемкие, как никак раньше. Электричество надо много, и получается новая подстанция надо делать. За этот год предприятие установило по городу 8 новых подстанций. Легких, металлических и более тяжелых блочных. Но поставить коробку с трансформаторами недостаточно. Нужно подвести к ним линии электропередач. В 2015-м Уссурийская электросеть протянула 18 километров воздушных проводов и больше 2 километров подземных кабелей. Восстановление кабельных линий сейчас одно из основных направлений плановой работы, так как большую часть их воздушных собратьев уже заменили на надежный самонесущий изолированный провод. 2015 год стал непростым для уссурийского предприятия электрических сетей. Было и хорошее, и плохое. Когда паводок затопил город, сотрудникам пришлось отключать подстанцию за подстанцией. Этого требовала элементарная техника безопасности. Внутри предприятия тоже произошли перемены. Его возглавил новый руководитель, открылась современная диспетчерская. Из этой комнаты специалисты координируют работу нескольких ремонтных бригад на выезде. Стена с многочисленными лампочками, диодами – это схематическое изображение всех электрических сетей и узлов округа. Она уже, конечно, упрощает работу в плане ориентирования при авариях и при переключениях. Ну а в будущем планируется подключение системы телемеханики, телесигнализации для того, чтобы диспетчер мог прямо со своего рабочего места с помощью компьютера изменять режимы работы электросети. Последнее достижение – уссурийские электросети закупают собственную технику. В этом году предприятие приобрело 3 автогидроподъемника на сумму больше 10 миллионов рублей. В планах на ближайшее будущее – купить новые грузовые машины для работы в уссурийских селах и на загородных дорогах. Телефон прямого эфира 33 72 74. Звоните нам в студию, и наш гость ответит на все интересующие вас вопросы, если они касаются предприятия «Уссурийская электросеть». Ну а пока наши зрители собираются с мыслями, Игорь Александрович, я уверена, что вы можете дополнить наш материал. Расскажите, пожалуйста, чем можно похвастаться за этот год, что сделано, что введено нового в этом году? В этом году уссурийским предприятием «Уссурийская электросеть» построено порядка 8 трансформаторных подстанций, введено в действие. Проложено кабельных линий 6-киловольтных 2,2 километра, воздушных линий 6-10 киловольт 8,4 километра. Это по капитальному ремонту. Также построена линия 0,4 кВ современной на изолированном проводе, порядка 10 км. И кабельных линий 0,4, также 2,5 км. Установлено железобетонных опор, порядка 600 штук. Цифры здорово, но в сравнении с прошлым годом, хоть хочется, конечно же, обычному зрителю знать статистику, это больше или меньше? Я так думаю, что это больше. Конкретных цифр, к сожалению, привести не могу, но статистика расходов и движения
дает как бы положительный результат. Ну, расскажите, пожалуйста, про новую диспетчерскую. Видео мы успели увидеть совсем немножечко. Что за такая диспетчерская? Чем она лучше старой? Она такая громадная, честно, как будто бы это центр управления полетами, так вот, со стороны. Да, диспетчерская очень обширная, широкая, светлая. По сравнению с тем помещением, где до этого работали диспетчера, то есть темное помещение, порядка 30 квадратных метров, 30-40 квадратных метров, да, то это, ну, значительно шире, светлее, удобнее, нагляднее, ну и более современное, скажем так. Есть она у нас уже, она введена в строй, она работает? Да, она введена в строй в этом году, работает, ну, скажем так, не в том объеме, в каком бы хотелось бы, конечно. То есть отсутствует телемеханика, которую мы хотим завести на эту диспетчерскую. Ну, это планы будущего. Я думаю, все получится. Спасибо за короткий рассказ про нововведение. Но у нас есть звонок. Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Алло. Добрый вечер. Говорите. Вас тревожат с улицы Калугина, 32. Это, получается, которая ближе к МЖК. Вот у нас тут... Калугина, 32. Да, да. У нас тут света нет уже лет, наверное, 20. В свое время он был, а потом сначала провода, потом столбы срезали. А если нет света, лет 20, как вы там живете? Это жилой дом, ну, обычный? По улице имеется в виду. А, вы освещение, имеете в виду, да, уличное освещение, освещение. Да, да, неправильно. Ну поняли. Вот, кстати, да, наболевшая, конечно, тема, уличное освещение. Спасибо большое за вопрос. Чуть позже хотелось прийти к нему, но раз зритель спрашивает, конкретно Калугина 32. Ну, улица Калугина, вам, скорее всего, известно, что там произошло, раз когда-то там все-таки что-то было, ну, и работало. По всей видимости, да, были, по всей видимости, старые ветхие сети, которые пришли в негодность, да, и, ну, если они когда-то были, то будем заниматься восстанавливать эти сети. Если их тогда там никогда не было, то жителям необходимо обратиться в администрацию, подать заявочку, ну и специалистами будет разработана некая проектная документация. И будем. То есть гражданская инициатива в первую очередь, правильно? Да, сидеть, пенять, ждать не нужно. Нужно звонить в программу «Накипело», узнавать пути, схемы действия, ну и, конечно же, действовать. У нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Мы вас слушаем. Алло. Да-да-да, алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите просто выразить такое, как бы, немножко возмущение. Вот улица от Некрасова до Советской и от Советской до Горького. А какие перпендикуляры? Улица Пролетарская. Периодически не работают, освещения нету. Угу. Больницу. Так, ну, интересует нашего зрителя, пропадает... В общем, интересует зрителя, почему часто очень у нас отключается освещение в вечернее время от Некрасова до Советской, Пролетарской. Ну, я так понимаю, что это квадраты, которые находятся, ну, прямо в самом центре. Вообще такое случается, когда вечером отключается уличное освещение? Без видимых причин отключений как таковых не зарегистрирован. Да? Если есть возможность, ну, возможно, повреждение на электрических сетях, если ветер там... неблагоприятные погодные условия, то это возможно, да. Но, как правило, никто не сидит, не отключает специально для того, чтобы люди, скажем так... Игорь Александрович, а часто случаются аварийные отключения? Мы уже забыли то время, когда, конечно, там сидели со свечками, вот столько-то там раз давалось в сутки, вроде как все у нас благополучно. Но техника, она вот с тех самых советских времен, и до сих пор мы идем на этом наследии, или все уже давно модернизировано, все новенькое, все работает как часы? Ну, скажем так, чтобы все работало, все новенькое, вот такого, конечно, нет. Сейчас ведутся планомерные работы по замене электрических сетей. Да? Аварийных отключений стало гораздо меньше, в разы причем меньше. То есть если 5-6 лет назад был голый провод на линиях, подстанции были, ну, неудовлетворительном состоянии, то сейчас ведутся работы по реконструкции сетей, замены подстанции, замена оборудования в подстанции на более новое, более современное. И поэтому, как бы, процент выхода аварийного выхода сетей, ну, снижается.
снижается. Ну, будем надеяться, что он снизится до нуля. Хочется, знаете, к какой теме? Даже не вернуться, а вернуться в недавнее наше прошлое. Это наводнение, которое накрыло наш город, округ. И вот во время наводнения электросети пришлось, ну, мы знаем, так как мы освещали все это, да, не меньше других спасателей, МЧСников, там, любых других сотрудников, да, там, муниципальных предприятий, работать, бороться с последствиями. Были затоплены десятки подстанций. Мы там каждые два часа звонили на ваше предприятие, узнавали, информировали, где что затоплено, осушено и введено в строй. Игорь Александрович, расскажите о днях тогда, вот что переживало предприятие, каким образом боролись, ну и как вообще проходила борьба? Наверное, тоже сутками не спали. Ну, сутками не спали, да, аварийные службы, аварийно-восстановительные, проводились работы. Ну, сказать, чтобы так, чтобы у нас затопило подстанции, да, ну, может быть, это неправильно. То есть было отключено порядка 20 подстанций по всему городу. Да, вода подходила под оборудование с целью недопущения выхода из строя данного оборудования, данных подстанций. Они были обесточены, отключены, и опять же с целью исключения возможности попадания людей под напряжение. То есть если вода подходила к токоведущим частям, чтобы этого не допустить, подстанции выводились в ремонт. После схода воды оборудование сушилось, приводилось все в соответствие. Ну, соответственно, то есть к такой ситуации предприятие было готово, а не было вот такого раскинутых ручек, что же делать, что же делать, мы не готовы. Нет. Все было, подрядчики с пушками тепловыми или все свое? Вы всегда все готовы? Свое. У нас подрядчиков как таковых не было. Ну, старались своими силами, конечно, обходиться. Но я думаю, вышли нормально из этой. У нас еще один звонок в студии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Сорвался звоночек. В общем, перейдем мы к следующему вопросу. А если вы хотите что-то сказать для нашему гостю, высказать, может быть, или задать вопрос, который будет касаться деятельности нашего муниципального предприятия «Уссурийская электросеть», звоните на телефон прямого эфира 33 72 74. Примерно год назад была свернута программа «Светлый Уссурийск». И именно тогда по ней были установлены, на мой взгляд, наикрасивейшие фонари по улице Чичерина, которые у нас идут от Ленина до Советской. Опять же, на мой взгляд, это украшение города и своего рода визитная карточка. Особенно ночью это особенно красиво. Но эдакая визитная карточка, она пока что единственная. А этим летом мы обнаружили, что на улице Плеханова между Лениной и Краснознаменной ведутся работы. И появилась надежда, что да, неужели что-то еще появится? Такая красивая аллея, интересно было взглянуть на проект. Честно, у нас даже зачесались руки, мы сделали про это репортаж. Но что дальше? Обещали тогда, что вот уже, честно, даже в сентябре тогда было дано обещание, аллея будет, аллеи нет. Это, как правило, случается, к сожалению, но, может быть, есть причины на это. Да, недостаточное финансирование, в первую очередь, выполняемых этих работ. Определенный вид работ уже был выполнен, кабельные линии проложены, подготовлены места под установку данных светильников. Но, к сожалению, программа закончилась и финансирование прекратилось. Когда аллею ждать? Ну, надеемся, в следующем году. В следующем году она будет, да? Да, надеемся. Я правильно понимаю, что под шумок, пока шел ремонт дороги, да, там работала техника, и проложили вот те самые провода? Ну, когда было, естественно, вели строительные работы, дабы в дальнейшем не нарушать благоустройство на данной территории, то есть было принято решение руководством проложить кабельные линии, ну, с целью дальнейшего ввода в эксплуатацию. А существует какой-нибудь проект? Это будут какие-то старинные фонари? Или это будут какие-то, наоборот, в стиле хай-тека? Что нам ждать от этой красивейшей аллеи, которая пока что выглядит, ну, недостаточно эстетически? Да, да, дизайнерами было предусмотрено как бы установка светильников там, под старину кованых. Будем ждать, держать кулачки, что все у нас наладится. Но у нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я бы хотела
обратиться по такому вопросу. Вот мы живем на Лемичевской 42А. Лемичевская 42А. Вот, это по Ровной. И у нас каждый раз, когда только приходит квитанция по оплате за свет, у нас баснословная ОДН. Вы представляете, 346 рублей. Вот как можно, вернее, не как, а кому это можно обратиться, чтобы что-то навели порядок по этому поводу? Спасибо большое за вопрос. Лемичевская 42А, ну, как я предполагаю, это вопрос не совсем по адресу. Люди жалуются на высокий ОДН по этому адресу. Скажите, пожалуйста, куда им обращаться, кто у нас разрешает вопросы, связанные с начислением, оплатой и всеми вот этими процедурами? Я так думаю, что в первую очередь людям нужно обратиться в Далинэнергосбыт, ну сейчас ПАО, да, Далинэнергосбыт, по всем вопросам начисления, платы, объемов, то есть... Это организация, которая именно непосредственно этим занимается. Электросеть все-таки у нас транспортировщик. Эксплуатация. И эксплуатация. Не путайте. Есть Далинэнерго, тот, кто собирает деньги, и электросеть, кто отвечает за то, чтобы все у вас работало. Ну а мы увидимся после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Вы сможете позвонить и узнать все из первых уст от представителя предприятия «Уссурийская электросеть». Добрый вечер. Вы смотрите программу «Накипело». В прямом эфире сегодня мы обсуждаем проблемы со светом в Уссурийске. Общаемся с гостем, заместителем директора предприятия «Уссурийская электросеть» Игорем Мартынюком. Отвечает на все вопросы. Вы можете звонить в прямой эфир 33 72 74 и задавать любые вопросы, которые будут касаться именно этой области нашего с вами быта. Уссурийск расстраивается высокими темпами. Игорь, скажите, пожалуйста, ну а возникают у нас проблемы при подключении такого громадного количества новостроек? Света хватает всем? Ну, сказать, чтобы света хватало? Да, конечно, Уссурийск строится, развивается, требуются новые мощности, требуется строительство новых подстанций под новые мощности. Да? Но, к сожалению, статистика такова, что... Да, действительно, как бы нагрузки не хватает, требуется расширение, модернизация оборудования. Да. В городе, ну, город обслуживает также порядка 17 подстанций ОДРСК, которые загружены в настоящий момент уже. Ну, есть такие, что и более 100% уже подходит. То есть это нагрузка. Другое предприятие? Да, которое... это другое, это смежная сетевая организация наша. То есть их трансформаторы уже нам не могут выдать мощность. Ну, естественно, и наши сети тоже уже в перегрузе. То есть что-то пытаемся куда-то как-то распределять по сетям, по магистральным сетям, да. Ну, не хватает. А впереди какая-то критическая точка накопления массы критической? Ну, или еще мы долго можем строиться и расширяться? Нет, я думаю, что долго мы расширяться уже не сможем. То есть уже подходит к тому, что необходимо строительство подстанций таких, как 110-35 кВт больших, ну и от них уже, соответственно, расширение сетей. То есть то, что сейчас вот строится между Комсомольской и Пушкино, да, если там будет все это застраиваться, нам просто неоткуда будет это все подключать. Ну, я почему-то хочу надеяться, что вы все предусмотрите. Мы постараемся. И у нас звонок в студии. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Вас беспокоит житель села Воздвиженка. Село Воздвиженка. Улица Заречная, дом 35. Вот у нас по нашей улице постоянно перепады напряжения. От 180 до 245. Скачки такие. То есть то лампочки горят ярко, то лампочки горят тускло. Неоднократно обращались в свой участок по телефону 321970 диспетчеру, делали заявку по поводу обрезки деревьев, которые в дождливое и ветреное время замыкают линию электропередач, то есть делают коротыши. И до сих пор заявка наша не выполнена, обрезку деревьев не сделали, линия очень старая у нас. Электропередач. И когда идет снег, ветер, какая-то непогода, у нас постоянно отключение электроэнергии. Два на три часа, а то бывает и на 8 часов. Спасибо большое. Да, понятна ваша проблема. Село Воздвиженка. Жалоба на постоянные перепады напряжения, на
на все, что с этим связано. В зимнее время, в ливневые дожди, замыкания регулярные. Но тоже, да, можно предвосхитить ваш ответ, что это не ваша зона ответственности. Однако, что делать человеку? Жалобы уже писали. Есть еще какой-то путь? Ну, я так думаю, что кроме жалоб, каких-либо решений, ну, попробовать обратиться. То есть это, я так понимаю, не наши сети, это сети ОДСК. Для зрителей, да, села у нас, села обслуживает совершенно другое предприятие ОДРСК. Да. Да, туда нужно обращаться. Ну, а может быть, почаще писать жалобы, писать их в вышестоящие инстанции, быть, писать их в наше управление жизнеобеспечения, прокуратуру. Ну, в общем, вариантов много. Пишите, настаивайте, и я уверена, что все решится. Все решится. С именем электросети у нас связано одно недавнее и очень неприятное событие. Ледовая арена Уссурийска вышла из строя из-за проблем с электричеством. Проясните, пожалуйста, этот момент, потому что очень много детей занимаются, а родители все эти сплетни, мифы между собой пересказывают друг другу уже. Эта ситуация обросла кучей слов, где-то правдивые, где-то не очень. А расскажите, как это вообще произошло? Ну, это произошло из-за банальной невнимательности, может быть, не знаю, может быть, из-за халатности. 29-27 числа производились работы на подстанции ЗАО МЖК «Приморская СОЭ». Они к нам обратились, попросили перевести нагрузку. Как бы наша оперативная служба отработала, нагрузка была переведена, то есть как бы все нормально было. Работники ЗАО МЖК отработали. Сообщили нам, что работы закончены, все нормально, то есть можете брать нагрузку, переводить нагрузку на своих ведрах. После того, как 30 числа была переведена нагрузка, поступил сигнал от ледовой арены, что что-то, ну, как бы что-то не так. А они где-то смежные, да? Они от одного страдают, другое, и они как-то по последовательности? По последовательности, возможно, то есть... Когда наши специалисты выехали на подстанцию, определили, что нарушена последовательность чередования фаз на подстанции. Тут же было отключено все, переведено все в прежнее исходное состояние. Сообщено об этом на ЗАО МЖК «Приморская СОЭ», на что нам сказали, что мы там ничего не делали, мы там ничего не знаем. То есть все, что было сделано, все соответствует с правилами. Ага. То есть виновные не найдены и наказаны не будут? Ну, я думаю, что виновные все-таки будут найдены. Сейчас, в настоящий момент, у нас на предприятии ведется расследование о возможных, вероятных вредителях, скажем так, оборудования. Но, опять же, повторюсь, да, на сетях МУП «Уссурийск электросеть» никаких работ не производилось. То есть, что... Такая у нас злосчастная судьба оказалась. Стечение обстоятельств, ну, по всей видимости, ну, хочется нашим зрителям рассказать, что вот только что перед эфиром специально позвонили на ледовую арену узнать, что же будет дальше. В Корее уже заказаны 3 компрессора, новых, аналоговых. Починить старые оказалось невозможно, они уже не подлежат починке. С понедельника возможно уже начало тренировок, может быть, не так много, как предполагалось, и как обычно 20 тренировок в день. Все ждут понижения температуры. На ледовой арене пока что работает только один компрессор. Вот насколько он может вытягивать до того, как придет нам новое оборудование, так оно и будет продолжаться. Ну а ожидают к концу ноября только приход, наладку и запуск системы целиком. Но у нас звонок, последний звонок мы примем сегодня. Не дождались, но вы еще можете успеть. Не можем успеть, режиссер подсказывает. К сожалению, нет. Но мы можем еще последний вопрос задать? Хорошо, быстренько, есть у нас 2 минуты. Итак, хочется спросить про дачи.
может быть, и сезон у нас закончился, но очень часто жалуются у нас из кооперативов дачных, что дорого проводить свет. Но так ли это? Почему? Почему где-то одна цена, где-то другая? Вот если можно коротко. Если можно коротко, да. Все подключения, плата за, да, за подключение, сейчас есть такая предусмотрена законодательством процедура технологического присоединения. Стоимость технологического присоединения зависит от тарифа на подключение, который утвержден департаментом по тарифам Приморского края. То есть если тариф утвержден, рассчитан на протяженность линии, то есть опять же, да, стоимость зависит от протяженности линии, которую необходимо построить, от мощности трансформаторной подстанции, которую нужно будет, ну, необходимо будет установить. И как бы из этого складывается стоимость. Если кто-то вам что-то когда-то предлагает там за какие-то наличные деньги каким-то, ну, это уже... Без заключения договора с официальным и, между прочим, монополистом в этой области в Уссурийске. Ну, не совсем. Ну. Ближе всего, да? Да. Пивзаводские, основные у нас дачные массивы, они находятся в вашем ведении. Значит, слышали мы цифру 500 тысяч, это вот да, нет, или, или, ну, около того, или может быть и больше, если далеко. Это вот самые дорогие у нас работы, кабель дорогой, столбы дорогие, все вместе. Ну, или, или вот основная вот эта вот подстанция, которую необходимо там установить. Самое основное, конечно, оборудование, это стоимость подстанции, то есть 500 тысяч, ну это, скажем так, ни о чем. То есть это минимум, да? Это, ну, то есть ссылки на то, что за что эти 500 тысяч, да? То есть нужно разобраться, за что вам предлагают эти деньги заплатить. То есть либо это только за строительство линии, то есть либо это за сдачу объектов в эксплуатацию, вот их. Опять же, стоимость подстанции варьируется, да? Стоимость подстанции зависит от оборудования, которое там установлено. Понятно. Самое главное, обращайтесь в официальные структуры, а у нас таковой является Уссурийская электросеть. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Я надеюсь, спасибо, что мы многое успели рассказать, а вы многое узнать. Оставайтесь на нашем канале. Мы с вами увидимся в следующую пятницу в 19:30. И говорить мы с вами будем о новостройках, а точнее о стремительном росте цены за квадратный метр в долевом участии или в готовом жилье. До встречи ровно через неделю.